Мы знаем, что есть люди, неравнодушные к животным, их бездомности. Каждая живая душа на Земле хочет быть с кем-то, любить кого-то. Но, к сожалению, не каждому это дается. Очень много животных, которые брошены, обижены, больны. Которым не хватает ласки, любви. Давайте поможем бездомным животным хотя бы какой-нибудь копеечкой, чтобы хоть как-то скрасить их серую жизнь. Каждый ваш рубль очень важен для них. Помогите им. Не оставайтесь равнодушными. Помогите созданию приюта для бездомных животных «Добрый город». Мы не получаем никакой поддержки от государства и существуем исключительно на личном энтузиазме наших волонтеров, а также на средства, переданные неравнодушными людьми. Поэтому мы остро нуждаемся в помощи и будем благодарны за любое содействие с вашей стороны. Если у вас есть желание помочь, помогите. Мы уверяем вас, что даже 100 рублей могут быть очень полезны. На эту сумму можно купить лекарства, витамины, немного корма, вложить средства в оплату лечения для кого-либо. И это еще далеко не все. В первую очередь, деньги нужны на оплату ветеринарных услуг. Для нашей программы стерилизации и кастрации бездомных животных, на лечение, вакцинации, хирургические операции больных и травмированных животных. Пожалуйста, не оставайтесь в стороне. Лучше самая малая помощь, чем самое большое сочувствие.